15-я пара – это поединок за третье место в разделе кикбоксинговой полки в весовой категории до 64,5 кг. Это Дмитрий Кушнаренко, ОКТА, и Роман Пайгорин, Литва, клуб «Титана». Thank you.
Беларуси бывает везде. 10 числа он выступал в Олимпик Вуду казино, в профессиональных боях, где встречался с Сергеем Сабоковым. И улюбился публике своей неустрашимостью. Итак, в этом упорнейшем поединке победа присуждается спортсмену, который привел себя, конечно, с лучшей стороны и показал все болевые свои качества. Это спортсмен седьмого года Ханна Дух. Хотя спортсмен седьмого, а не не менее достойным своего эстонского товарища, боец. Но по количеству очков небольшим перевесом одерживает спортсмен из Эстонии. И он встречается сегодня с Ремигиусом Бялчисом. Так что у Ремиги сегодня еще будет интересный бой.